Все социальные выплаты перечисляются своевременно. В связи с действием режима чрезвычайного положения от получателя адресной социальной помощи не требуется заново предоставлять документы. Выплаты им автоматически пролонгируют. Те, кто впервые обращаются за АСП, в связи с временным отключением интернета и отсутствием возможности подать заявку через портал ЕГОВ, могут обратиться с заявлением в Центр занятости. Обращаем внимание, необходимо также предоставить справки о заработной плате работающих членов семьи, а также для неполных семей справки о получении алиментов.